Мы уже готовы пообщаться с нашими коллегами из Евпатории. Говорить будем о личной гигиене, правилах поведения в общественных местах и квалифицированной помощи. Но все это лишь часть рекомендаций, которые дает Всемирная организация здравоохранения для защиты от вирусных заболеваний. Ну а подробнее уже нам об этом расскажет Антонина Бугреева. Она на прямой связи со студией. Тонь, доброе утро. И как соблюдают меры профилактики в Евпатории? Доброе утро, коллеги. Действительно, профилактика сейчас имеет очень важное значение, особенно в межсезонье. Люди часто болеют. И мы поговорим о мерах профилактики с нашим гостем. У нас сегодня в гостях заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в организациях общеобразовательных Елена Николаевна. Елена Николаевна, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, меры профилактики, особенно в межсезонье, какие они есть, какие они существуют, что нужно и необходимо делать. Действительно, в межсезонье всегда отмечается подъем заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. Это объясняется тем, что снижается иммунитет, так как присутствует гиповитаминоз, гиподинамия, мало двигаются и дети, и взрослые в зимний и осенний период, мало солнечного света. Поэтому, конечно, используются все меры профилактики инфекционных заболеваний. Я так понимаю, что и питание должно быть комплексное, сбалансированное. Что должно входить в меню? В меню обязательно должно входить большое количество свежих овощей, фруктов, особенно цитрусовых. Пожалуйста, можно использовать и лук, и чеснок. Все, что любят ваши дети и взрослые. Ну, а скажите, что касается тоже взрослых, это такие вот меры, так скажем, профилактики, они тоже ко взрослым относятся? Это тоже питание сбалансированное должно быть? Конечно, конечно, обязательно. Ну, плюс еще здоровый образ жизни. Это немаловажное занятие спортом, зарядка, закаливание. А скажите, вот сейчас вот в связи с коронавирусной инфекцией, вот в общественном транспорте, какие меры предосторожности нужно соблюдать? Но это, конечно, меры, которые защищают тебя самого. То есть это ношение обязательно маски одноразовой, возможно, также ношение перчаток. Не приближаться ближе, чем желательно, 2 метра от незнакомых людей. Не посещать места большого скопления населения людей. Если вы проехали в маршрутке, были в магазине, то желательно обработать руки влажными салфетками или антисептиками для рук. А влажные салфетки, они должны быть обычные или какие-то вот специальные? Можно использовать обычные, они тоже, ну, так скажем, убирают грязь с рук, да. Хотя вот антисептики, они могут быть полноценным средством, так как антисептики надо наносить на уже вымытые руки. Самым основным является, конечно, это частое и тщательное мытье рук, практически как хирурги моют. Ну а что касается маленьких детей, ведь садики не закрыли, до сих пор работают. А как здесь родителям поступать и оградить, в том числе и детей, хочется ведь? Конечно. Но это прежде всего, опять-таки, сбалансированное питание, чтобы дети, у детей отказа не было ни в чем. Ношение масок также возможно в детском саду. Дети абсолютно нормально это воспринимают. В том числе и сейчас рекомендовано сократить в дошкольных учреждениях группы до 12 человек. Родители, которые могут забрать прямо сейчас детей домой, которые могут посидеть с ними дома, уже их забрали. Ну, а скажите, вот дети ходят в садик все-таки. Их стоит приводить к старшему поколению, бабушке, дедушке, то есть в этом отношении? Я думаю, нет, потому что ребенок живет в своем доме, в определенной бактериальной и вирусной флоре, к которой он уже привык. А хождение по гостям это никогда к хорошему не приводит. То есть, может быть, перекрестная инфекция. Этого делать не стоит. Это осложнение, я так понимаю, да? Да. Ну а детки сейчас чаще у них какие заболевания? Вот вы наблюдаете. ОРВИ. ОРВИ гриппа очень мало сейчас, в основном ОРВИ. Но и в межсезонье еще какая проблема? Неправильно родители выбирают одежду детям. Вроде потеплело, а холодный ветер. Ребенок или вспотел, или переохладился.
конечно, это тоже большое влияние имеет на повышение заболеваемости. А вы как проводите меры профилактики? Вот на сегодняшний день есть у вас какие-то советы или личный опыт? У меня есть медицинский опыт, сразу скажем. Меры профилактики есть специфические и неспецифические. К специфическим относятся, это, конечно, иммунопрофилактика. В национальном календаре профилактических прививок Российской Федерации есть вакцинация от гриппа. Она ежегодная и обязательная для всего населения. Вакцинация от гриппа создается иммунная прослойка у населения. И чем выше процент этой прослойки, то есть создается коллективный иммунитет. Ну, то есть заболевание становится меньше. Меньше, конечно. Лена Николаевна, спасибо вам огромное за беседу. Будьте здоровы. Ну а коллеге я передаю слово. А какие меры профилактики вы соблюдаете?